Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня будет самое лучшее видео в вашей жизни, потому что сегодня я сделаю то, чего никто прежде не делал. Сегодня я поставлю мировой рекорд по сборке Beyblade Burst! Да, ребята, из книги Гиннесса, пожалуйста, свяжитесь со мной и дайте мне грамоту, камон! В общем, когда давно, в декабре, я снимал похожий ролик, где я собираю БД на время, я кидал вызов Team Vintage, но это все был детский сад, потому что сегодня я собираюсь собрать 100 бейблейдов за минуту. Ну, по крайней мере, попытаюсь собрать, там будет видно. Многие каналам эта тема понравилась, они даже стали бросать друг другу эти вызовы, но они собирали, либо блейды были разложены, либо там красиво лежали, вот, плюс, допустим, я снимал еще руками, и я особо себе цель не ставил, какой-то поставить рекорд. И мне куча детей в комментариях написали: «Блэйдер, мы бросаем тебе вызов, вот челлендж, тыры-пыры». Но это был детский сад. Сегодня будет по-настоящему мощное, крутое видео. Такого не делает никто, кроме вашего любимчика, неугомонного Блэйдера. И, друзья, сегодня, друзья, я беру себе новое звание. Король Бейблэйда на ютубчике. Вот такие дела. Теперь я буду неугомонный Блэйдер, а.к.а. король Бейблэйдов, а.к.а. неугомоша. Ну что ж, перед вами лежит 100 бейблейдов, 10 рядов по 10 волчков. И у меня эти все блейды, они вроде как все в правую сторону. Вот, прикольно, так лежит, так 3 дедхэдиса. И, собственно, у меня тут есть таймер. Ой, я, кстати, нечаянно нажал. Как его теперь скинуть? О! Вот. И, короче, это я просто когда превьюху делал, нажал случайно. Короче, у меня еще лежит здесь 5 ЧОЗ-БФ. Это у нас получается Ахиллес, Валькирия. Это ЧОЗ? Да, это самое, это Картоми. Слэш Валькири, Эйс Драгон и вот такой чувак с Прайзом, потому что у меня не хватило деталей, вот. Но так как я буду сейчас все разбирать, все будет в мешанине, поэтому, чтобы мне детали не перепутать, вот, эти мне детали пофиг, а вот эти детали перепутать не хочется. Поэтому еще будем разбирать вместе с вами. Здесь 100 штук, поверьте мне, сейчас я вам даже сделаю вот так, смотрите. Вот так покажу вам, вот, все блейды, можете спокойно их пересчитать, чтобы, если кто мне не верит, хотя я не знаю, почему мне не верите. Окей. Давайте приступим к разбору и заодно посмотрим, чтобы все блейды были в правую сторону. Я начну их сейчас, короче, немножко сдвину. Освобожу на место в центре, потому что я буду собирать не из-за камеры вот так, а я буду собирать вот так, чтобы мне было удобно их собирать, потому что в прошлый раз было не очень удобно. Итак, давайте поехали разбирать. Так, это самое... О, упал драйвер, конечно, нормально. Это же я снимаю ролики. Самая главная цель, чтобы все блейды были накиданы. То есть, не чтобы они аккуратно были, лежали красиво. Да, вроде бы... В левую. Да, в левую. Самая главная цель, чтобы все блейды были намешаны в кучу, чтобы не было, никакие диски нигде не лежали, чтобы они не были разложены, чтобы все было хорошо, чтобы я спокойно потом брал их и собирал. Потому что если блейды будут разложены, ну, не в куче, не вот так вот, да, будут валяться, а если будут красиво лежать, типа, знаете как, вот так вот их разложить, вот так вот, а потом собирать, это неинтересно, это слишком просто. Поэтому мы сейчас разбираем 100 блейдов. Это, конечно, жесть. Вот. Проблема, народ, в том, что... Да, они вроде бы все правосторонние. Проблема, ребята, в том, что они не совсем хорошего качества. Поэтому с некоторыми волчками, возможно, проблемы в плане их сбора. Потому что они все, ну, не прям первого класса. Но это меня не остановит. Я не угомоши, я король российского бейблейда. И не только российского, между прочим. Вот. Поэтому будем сейчас креативить, будем сами ставить рекорд мировой. Вот. Да, если, кстати, вам такая тема понравится, то можете попробовать сами, да, если вы думаете, я просто по прошлым разам, мне куча людей написали, что я собрал там 30 штук за 5 секунд, камон, народ. В прошлый раз это было просто как бы в качестве шутки, потому что я в тот раз не ставил каких-то себе супер целей и задач, я просто сделал и сделал, прикольная тема, я придумал. В этот же раз. И мне куча детей написали какую-то дичь. Начали скидывать какие-то фотки, видосики, что вот они собрали там что-то быстрее меня. Я такой, ну молодцы, ну я за вас рад. А вот. И я тогда не стал ни с кем там оспаривать, что-то там как-то возникать. Нет, собрали, собрали, молодцы. Но сегодня... Упал драйвер у меня. Сегодня. Сегодня все по-настоящему. Тут у меня драйвера по этой самой разлетались. Вот. Я, кстати, забыл отключить звонок на телефоне. Блин, я вот честно, я уже даже разбирать их устал. Вот сколько я их разбираю. Блин, надо было еще рекорд сделать, типа, насколько я разберу 100 блейдов. А вот. Я уже устал, пока их разбираю. Кстати, да, вот, видали? Классный вайбер. Блин, ну я, конечно, я не думал, что я соберу 100 блейдов. Хотя именно так я и назову ролик. Потому что, да. А вот.
Вот, поэтому, наверное, уже можно не разбирать, ну, потому что 100 штук за минуту, наверное, нереально, но сейчас проверим. Сейчас, ага, вот Фафнер. Фафнер в левую сторону. Надо его отложить, чтобы я потом в конце еще один добрался. Вот, блин, я реально устал. Капец. А, у меня тут два Фафнера, блин. Ну ладно. Короче, если разобрать, что... А, там еще эклипс, этот косячный эклипс, надо тоже вот ложить. А то он это... Конечно, если все в правую сторону, если это оригинал, это Каратоми или Хасбро, то это изи. А так как у меня все, ну, не все оригинальные, это, конечно, сложновато будет мне. Ну ладно. Мы не ищем легких путей. Посмотрим, сколько я вообще смогу собрать. А вот такая куча. Короче, если вы разобрали 100 волчков, здесь получается у нас общей сложности 300 деталек. 300 деталек, это, конечно, Dead Phoenix, короче, от компании SN. Блин, это косяк, потому что у него его это самое. С ним можно... Короче, такая тема. Если у меня Blade собрать не получается, то я, короче, скипаю. И не собираю. Ну, просто я отбрасываю, чтобы времени не терять. Вот. Все, короче, осталось 7 штук. Вот. Если вот такое решитесь, то, ну, флаг вам в руки. А вот такая гора бейблейдов у нас получилась. И, собственно, еще я разбираю 5 вот этих еще Z. Ну, а, вот еще одного не разобрал. Но я их разберу и положу сбоку. То есть я пока их трогать не буду. Но они будут тоже разбросаны у меня. Я пока трогать их не буду. Вот, потому что... Да что ж такое? Я не думаю, что я вообще доберусь до сотни. Вот, поэтому я просто их пока отложу. И если вдруг я успею за минуту собрать, там посмотрим, то я потом эти быстренько соберу. Поэтому пока отложим их. Я беру коробку. Вот такую коробку, ставлю ее сюда. Будем по ней, как бы ориентироваться. Вот, 100 волчков здесь. Так, камеру настрою сейчас. Куча волчков, друзья. Я очень нервничаю, я особо не тренировался. Здесь 100 деталей, драйвера в разброс. Хотя, наверное, надо было бы драйвера и диски именно не просто, ну, как бы не вот так рядышком положить, а просто как бы их кучу драйверов, кучу дисков, кучу волчков. Вот. Ну да бог с ним. Ладно, друзья, таймер на нуле. Вы готовы? Мне прям дико страшно. Ну что, 3, 2, 1, Бейблейд! А, народ, короче, я уже делаю это 10 секунд, а у меня не получается. Ладно, окей. Наверное, надо назвать ролик. Короче, собрал 100 волчков за... А давайте вообще проверим, за сколько я смогу собрать 100 волчков, да, народ? Там что-то вообще туго пошло. Ну, прошло уже 30 секунд, но я примерно собрал, я даже не знаю сколько волчков, наверное, всего 10. Типа, ладно, окей, тогда будем называть ролик, сколько волчков я смогу собрать там, допустим, за, ну, скажем, 2 минуты, да, например. Или вообще нет. Давайте, ну, короче, я сейчас соберу волчки, посмотрим, что у нас из этого получится, потому что, ну, мне смысла прерывать нету. Да, все, короче, народ, минута есть. А, вы же не видите таймер, вот таймер-то лежит. Да, минута есть, минута есть. Но кто бы знал, что это окажется не так все просто. Оп, один тут был халявный, я его, смотри, как, а, не халявный, это я его пытался собрать, а что-то он не собирается, ты посмотри, а, ты посмотри, а, Форнеус подставил меня, дважды причем. Да, из-за того, что лежит гора бейблейдов, из-за этого, конечно, есть проблемы, но неважно, неважно, на самом деле, пофигу. 2 минуты, и у меня на самом деле, народ, не поверите, но у меня дико уже болят пальцы. И это, конечно, вообще капец. Так, сейчас Фафнера соберем, здесь он лежит у меня аккуратненько. Оп, чики-пок. Не, ну, конечно, 100 штук за минуту, я, конечно, что-то переборщил, народ. Не-не-не. Надо еще с Форнеусом, блин, разобраться. Сейчас попробуем. А, вот, все. Слушайте, ну вот разбирать на самом... Может, из-за того, что я их разбирал... Может, еще из-за чего-то, но у меня прям конкретно болят пальцы. И видите, вот некоторые драйвера еще не это самое. Так, вот, Феникс пошел. О, поставлю-ка я ему черный драйвер. Слушайте, ну я уж собираю 2 минуты. Да, вам, я думаю, видно таймер.
Вот, но что-то я прямо это самое. Я думал, это будет попроще. Ну, кстати, тем интереснее. Тем, я думаю, для вас будет интересен данный экспириенс. А вот, то есть, за сколько... Ну, я в любом случае заявляю о своем мировом рекорде. За сколько бы я их сейчас не собрал, это будет неважно. Мировой рекорд мой. Да, наверное, народ, нужно все-таки брать... только правосторонние. И, наверное, все-таки нужно будет просто хотя бы банально по кучкам распределить драйвера и диски. Потому что ты сбиваешься, ты вроде как видишь диск. Но из-за того, что большая куча лежит, из-за этого ты такой типа а-а-а. Вот, поэтому... Но это не важно. Это все уже не важно. Да, 3 минуты. Черт, я должен ускоряться, я должен... Да, и когда вот ты уже видишь, где волчок, где наконечник, тебе уже, конечно, полегче становится собирать. То есть, когда их меньше становится, ты уж такой начинаешь раз-раз-раз это самое. Да. Но это круто. Это круто. Ой, ну, там, а это его даже фиг наденешь еще. Потом нужно будет, короче, поиграть данной коробкой в Beyblade. Может, на Bayzone Live такой ролик сниму. Типа, 100... Мне так эти каналы, знаете, смешат. Мы сделали мутантов Beyblade. Господи, так смешно. В этом нет ничего прикольного, что вы просто разобрали волчки, что вы просто собрали их обратно в рандомном порядке. Это, в этом нету ничего интересного. Вот, короче, 4 минуты. Блин, ну сколько же я за 5 минут хотя бы соберу это дело-то, нет? Ах, драйвера прилипают. Я должен это сделать, я должен сделать. Да, народ, там у меня, короче, за окном... Ах! Улетел! У меня, в общем, за окном дети гуляют, потому что там детская площадка. И я просто помню, что когда в том году я тоже летом записывал, мне писали, типа, а у тебя что там, дети? Вот. Нет, народ, это просто на улице дети орут, потому что окно открыто, лето. И очень-очень мне и душно, и жарко. Я прям весь такой, типа, ну, народ, все для вас. Я прям очень сейчас, прям мне очень жарко, но, тем не менее, я должен собрать. Я должен закончить данное дело. Вот, то есть... Чтоб потом мне просто не считать, сколько я бы волчков собрал. Типа, вот там 20-30. Я буду знать, что я собрал 100 штук за вот с... Я уже на самом деле не понимаю, что твое. Я уже не вижу, где вообще волчки у меня. У меня все смешалось. Кони, люди. Вот. И я уже просто на рандоме, знаете, на автомате. Прошло 5 минут, я вот сейчас собираю волчки. Народ, ну это очень тяжело, вот могу вам сказать так. Прям супер. У кого хватит смелости и наглости побить мой рекорд, ну, удачи. Потому что в этот раз я не поддаюсь, в этот раз все по-серьезному. На самом деле, очень-очень дело все это обстоит сложно. Вот, поэтому... Если... Ты посмотри, а. Ну, уже не важно, но тем не менее... Блин. Если у кого-то хватит смелости и сил желания, ну, удачи вам. А вот. Но уже почти 6 минут пишу, и это, конечно... О, я знаю, я придумал. Короче, я просто это дело ускорю. Я поставлю таймлапс, и, короче, у меня будет ускорено. А потом комментарий я, короче, отдельно через программу наложу, и получится, что я действительно собираю 100 волчков за минуту. Ха-ха-ха. Не, я шучу, конечно, я так делать не буду, потому что у меня клево, я вас не собираюсь никогда не обманывать, не буду ни... Не обману и ничего. Вот, но просто как концепт я так рассказываю, что вот так можно было бы сделать. Вот. Но у нас все честно, максимально. Слушайте, ну это получается... Получается, вот я смотрю на таймер, прошло уже почти 7 минут, ну там 6.30, да, она идет, мы и пишем. Вот. Но, я что думаю, это если мы берем 100 волчков за 10 минут, то получается... 10 волчков в минуту, получается, собирается, да, если брать такой, как бы, расчет. Вот. Но здесь не так все легко. Во-первых, надо сначала разобрать эти 100 волчков, во-вторых, потом собрать. Вот здесь, поэтому тоже много нюансиков. У меня там еще ЧЗБ лежит, я так смотрю на них, думаю, блин, такой, типа, они же там еще ЧЗ. Ладно. Я планировал ролик вообще на минуту, а вот так вышло, что он идет уже больше... 10. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не круто. Слушайте, ну я уже устал, честно, их собирать. Я прям уже на каком-то этом собираю. И даже то, что они заканчиваются, это никак мне ничего не прибавляет. Да, получается 10 волчков за минуту. Получается какая-то такая история.
Да, это надо, наверное, брать только правосторонние, аккуратно их раскладывать. Вот. И, соответственно, ну не аккуратно, а по кучкам, вот я уже говорил об этом. Фух. А у меня, кстати, тут саламандры еще, народ, левосторонние. Не, ну мне прям сейчас очень жарко. Вот, блин, это вообще, конечно, дурдом. Так, ну все, я так полагаю, мне осталось собрать не так много волчков. Ну, прикольно, прикольно. За 15 минут мы разобрали 100 штук и, получается, собрали их. Нормально. То есть, если вам мама скажет, убирай бейблейды, вы скажете, мам, я мировой космен, я и быстро их разберу, соберу. Да, все. Последние 7 волчков прошло 8 минут. Жесть. Тут у меня еще что, Z-бэи? О, прикольно. Все, 8.35, народ. Фух, я упыхался, там один блейд у меня куда-то улетел. Вот он. Все, 100 волчков я для вас собрал. Получается, мой мировой рекорд 8.35 за 100 штук. Ну, кто хочет побить, удачи. Друзья, подписывайтесь на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик. С вами был лучший ведущий, неугомонный блейдер. Всем удачи, пока-пока, скоро будут ролики. До свидания, народики.